Спасибо. Ни один юноша, ни одна девушка, родившись, проучившись в школе, поступив даже в военный мир, не может предполагать, что будет после окончания. Конечно, военных заканчивают тысячи, а в космос уже влетели трое. Один готовится, и одна в составе отряда космонавтов. Одна девушка из военмеха. И кто его знает? Может быть, из тех, кто сейчас находится здесь, через несколько лет с экранов скажет: «С днем космонавтики!» И может быть, будете именно вы, молодой человек, который так смотрит, улыбается и говорит: «Ну, болтайте, дядя Саша, болтайте». А ведь все может быть, все же начинается с мечты. Нарисуйте, представьте, попробуйте. А может, получится? Ведь вы же не верили, что вы станете студентами военмеха. А большую половину уже отчислили, а вы еще здесь. И может быть, вы будете шестым, а может, седьмой. Все зависит от вас, вашей мечты и вашей головы. Рисуйте мечту.